Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов поручил максимально активизировать работу по исполнению указа о режиме повышенной готовности, который предусматривает запрет на проведение культурно-массовых мероприятий. Запрет на проведение массовых мероприятий в ресторанах и банкетных залах, жесткие требования к ношению масок и социальной дистанции во всех общественных местах и прежде всего в организациях сферы услуг. По поручению руководителя региона в республике возобновлены рейды по контролю за соблюдением всех требований в общественных местах. И сегодня рейд прошел в Черкеске. Репортаж Карчи Биджиева. Республиканская столица на предприятиях общепита и в магазинах прошли рейды по контролю за соблюдением санитарных норм и масочного режима. Были созданы три рабочие группы, в состав которых вошли представители мэрии, Министерства промышленности, энергетики и транспорта, сотрудники Роспотребнадзора в сопровождении органов внутренних дел. Со слов экспертов, должна проводиться термометрия сотрудников и на текущий день занесена в специальный журнал. На объекте должны быть средства дезинфекции, маски, прибор для очистки и обеззараживания воздуха. Все необходимые меры, которые Роспотребнадзор рекомендует, журналы проветривания, дезсредства, рециркуляторы, масочно-перчаточный режим, то есть все, что возможно, как бы что положено, мы стараемся соблюдать все эти меры. Да, люди боятся немножко, люди как-то тоже стараются выполнять, да. Ну, как бы человек, когда приходит, естественно, он масочку снимает, обедает и уходит. Тут как бы такая ситуация. А так, конечно, заполняемость намного меньше. По решению оперативного штаба усилен контроль по соблюдению мер по защите от распространения коронавирусной инфекции. Рейды будут проводиться по торговым сетям, предприятиям общественного питания и в сфере услуг, парикмахерских и аптеках. Со слов Елены Бескокотовой, люди с пренебрежением относятся к предупреждениям, и в дальнейшем это пагубно отражается на их здоровье. А некоторые люди до сих пор не верят в наличие коронавируса. Она также призвала всех, у кого нет противопоказаний, сделать вакцинацию и не подвергать опасности себя и близких. Первая точка была, мы проверяли там, где были выявлены ранее нарушения. К сожалению, нарушения были устранены не все. Было выявлено, что не все сотрудники были защищены средствами индивидуальной защиты. Недостаточно средств дезинфекционных для проведения обработки рук. Нарушение, как я считаю, это то, что все сотрудники были допущены к работе без проведения термометрии. Во втором объекте проверили, что нас очень порадовало, ни одного нарушения выявлено не было. Ну, вот данный объект – это федеральная сеть. Ну, пока нарушений мы не видим. Маски есть и на кассе для посетителей. Роспотребнадзор отметил, что использование гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в местах общего пользования является обязательным. Рейды по соблюдению масочного режима возобновлены по поручению главы республики и будут проводиться на регулярной основе. Карча Биджиев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия.